Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый день. Игнатий Тихонович, вот у меня будет такой вопрос. Ну, серьезно, меня он мучает 2 недели. Чтобы, как вам объяснить так. В общем, я когда работать пришел, у меня такой вопрос мучает. Я хочу на плотника пойти работать. Что хотите? Ну, на плотника. Плотником хочу стать. Ну, и что? И тут, видите, что? Тут корочки продают. Ну, там, покупать эти корочки, там, 5000, что ли, платить. А я вот этого не хочу. Я вот что подумал, может, мне лучше пойти отучиться год на плотника, чем на эти корочки. Правильно, чтобы быть специалистом, а не просто какую-то дурь гнать, купить. Ну, что это такое? Я вот печник. Так я 40 лет печи клал. Так техникум строительный кончил. Даже это непонятно. Зачем он тебе, когда ты, ну, купил ты, а дальше-то ничего и нету. Ну, купи себе чемпион мира по прыжкам в высоту. Диплом можно купить, можно генеральские погоны купить. Я вот думаю, лучше я поеду, отучусь годик. Да. Лучше год отучусь. Я вот что вам звоню посоветоваться. Лучше, я думаю, так отучусь сейчас. Ну, смотри, ой, надо. Ты, я не знаю, какая там обстановка будет. Будете не отходить в церковь, можно не читать Слово Божие. Надо смотреть. Это все надо учесть. Я же не могу сказать заочно. Я учусь. Я не буду заочно. Я, ну, поступлю, да, подам заявку, поступлю. Я говорю, я заочно не могу давать совет, не зная обстановки. Я, например, приезжал, когда учиться, то только очно, техникум. 10 классов, 2,5 года учиться техникуме. Ну что? Я вот так. Давайте с Богом. Специально строитель, она третья по счету идет. Первое — это сельское хозяйство, накормить человека. Второе — одеть, меланжевый комбинат. И третье — строительство. Нужна хата, крыша над головой. Учи сразу несколько профессий. Плотник, каменщик, чтобы все знал. Мир вам. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Ну ладно тогда, если больше ничего нету. Давай трудись во славу Божию.